Я же говорил, что дерьмо продается. Сейчас посмотрим, что они тут собрали. Да говно собрали, ничего не собрали. Не, ребят, что-то вы жестите. А? Что за течь масла? Ну, что ты говоришь? Что масло, что тут блестит такое? После а седло что-нибудь восстановленное поставили? Где рисунок? Есть там нет? Нет, рисунок? Нет, нет. Масло есть, есть, замазали? Есть. Где там рисунок? Есть, есть рисунок. Есть солнышко. Рисунок, да. Рисунок, да. Что за конечность делаешь? Смотри, защита не защита. Картонку поставили, в общем. Ну, порвется будет на скинке на первом. Ну так-то, так-то, ребят, тройка. А что тормозит? Что не так? Сломали что ли уже что-то? Что за фигня? Они да, молот... мы на нем хоть доедем, нет? Они молотками тут ремонтируют, ребят, смотри. Ну вообще, мосты мерседесские молотками ремонтируют. Молотками вот все будет. Все как в России. Это же иномарка, мерседесские мосты. Ребят, меняем сальник после обкатки. КамАЗ уже, кстати, он вашим уже не будет, как бы вы его сейчас не обсирали, он уже клиента. Ну, как бы там ни было, стараемся для клиента, то есть он тек, сейчас все хорошо. Ну, поменяем, все будет хорошо. Хоть не знаю, протер его машину, что за грязь. Ну, после обкатки, после обкатки. Тут что за провода еще, что за фигня, замкнет дверь, дороги, блин, загорится еще, небось, не доедем. Обычное явление. Я бы не сел за эту машину. Все работает. Да хрена еще здесь работы много. Да водка, да? Да, тут доводить все дома надо. Мне единственное вот душить нравится такой же. Ну, стоит хотя бы. Хоть что-то здесь стоит, просто ровно. Вот и такие клиенты приходят, друзья. Что с рессорами? Рессоры не ловные, без трещин. Не, по рессорам все четко. Вообще четкая машина. Я не знаю, вы походу и до новой докопаетесь конкретно, да? Деревянный, он покрасил их и все, это брус деревянный. А, доски что ли? Конечно, доски поставили и все. Нет, ну, обычно мне такие злобные клиенты не приезжают, но... Что за фаркоп? Нормальный фаркоп его поставить, что это такое? Советский пример, фаркоп какой-то. Ну, понимаешь, это тягач, и клиент какой захотел, такой поставили. Ну, пацаны, если вы даже до нашего такого черного красавца так докопались, то не знаю. А это еще у вас красавец, да? Это еще красавец, да. Да. Переоцениваете вы себя, ребята. Очень сильно. Номера-то хоть нравится? Хуе! Я от этого КамАЗа вашего. На букву Ху это все правильно начинается. Даже второй круг уже хочется делать. Нигде ничего не течет, надеюсь? Ну, посмотри сам. Ничего не бежит? Ну, я смотрю, ребята такие, разбирающие все. Бомба не замерзает, проблем не будет там, где внизу не встану, если замерзать не будет, нормально сделали. Приму систему. Да, все хорошо. Лес мы здесь из бокса, живой элемент в этой машине. До дома бы доехать, главное. Посмотрим, что там в кабине. В кабине все хорошо. Пока что в процессе эксплуатации посмотрим. Ну, встать тут, конечно, можно только коротышки с полутораметровым ростом. Нам тут не получится постоять, переодеться. Подожди, шики лезть. О! Кабина говнейшая просто, девочек не приведешь даже. Не прокатишь. Да, перед девчонками стыдно, конечно, будет. Ни музыки, ни фона, ничего нету. Как их развлекать тут? Вместо ковриков у них картонки здесь. Так же, как и защита. Ладно, на полиэтилен денег, видим, не хватило, да? Все, все, смотри, все оторвано, все болтает, все висит. Ну, все рисун же. Таких злобных, таких злобных у меня еще посетителей не было. А люди тебе верят, приезжают, да. Смотрят, издалека едут. Мы, ладно, приехали. Тратят время, средства с нового города. Потратить на бензин.
Что, посмотрим еще, что там есть за машиной. Это мы еще кабину не поднимали. Не знаю, что там под кабиной. Какие сюрпризы есть. А у вас в самих-то сколько команд? У нас много. Ну все так говорят. Ой, я думал, пора нам с нечего смотреть. Да. Мы тут зря время тратим. Поедем куда-нибудь другое место. Посмотрим там. Куда-нибудь другое место в кабак, да? Да. Вот так, друзья, приезжают различные такие вот клиенты, портят настроение себе и мне. Поэтому напишите в комментариях, что сами вы думаете по этому поводу. Обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны. Спасибо. Ляр, а расскажите, на какие моменты вы вообще смотрите? Я понял про ваше отношение к моим КАМАЗам. А все-таки на что смотрите? Смотрим на моменты, чтобы ничего не текло, не подтекало. Все-таки это после капитального ремонта машина, не бушная. Чтобы все работало четко. Чтобы все работало четко, без подтеков. Да. Все желания клиента, чтобы исполнялись. Конечно, это хорошо. Если все требования исполнены. И заказчику приятнее. Тут, смотрю, стоит аппаратура езда. Подогрев солярки есть еще дополнительно через антифриз в систему охлаждения. При очень низких температурах это полезная вещь, очень нужна. Это да, это да. Тут злость страшная. Ну все, спасибо.